Каких книг вообще стоит ему начинать вот этот вот путь предпринимателя? Я бы посоветовал книжку номер один. Ну, потому что она ваша. Нет, это потому что с тебя все начинается. Игорь, я ее читал 2 раза. Вот такая книга. Спасибо. Потом бы я посоветовал книгу «Точка контакта», потому что с этого, собственно, бизнес любой начинается, либо заканчивается. Вы можете порекомендовать не свои книги? Еще нет. Потом бы я порекомендовал, если нужно... Похож, нет. Тут он был гораздо моложе. А Усы тоже проспорил, кстати. Ладно, хорошо, что Игорь не играет в карты. Клиенты на всю жизнь. Вот эта книжка, я прочитал 2500 бизнес-книг, эта книга на втором месте среди всех моих топчиков. То есть вот. Вы знаете, у нас есть правило в нашей компании, если ты хочешь работать с клиентами, ты сначала сдаешь аттестацию по этой книге. Очень хорошее правило. Пока ты не сдаешь, ты не выходишь на работу с клиентом. Круто. Все, я думаю, что для начала ребятам хватит.